Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию прохождения карты, где сегодня мы будем учиться, как делать много действий одновременно, то есть быть прям как Цезарем, выполнять кучу действий в один и тот же момент. Ребята, вы поймете суть этой карты чуть позже, но перед этим я даю вам свое слово, ребята. Как только мы наберем 1500 лайков, в ту же секунду выйдет следующее видео. Хотите меня испытать, хотите увидеть, так ли это? Ребята, ставьте лайки, 1500 лайков, сразу выходит новое видео, проверьте это. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружбу 7 подписчиков. Ребята, потратьте на меня всего лишь 2 секунды на лайк, на подписку, за это я вас всех расцелую, пожму руку и выпущу новое видео как можно быстрее, потому что я вас всех люблю. Больше не тянем, приступаем к самой серии. Ну что, ребята, мы приступаем к самой карте, и давайте я вам быстренько расскажу. Каждые пару секунд, то есть каждые 10, 15, 20 секунд нам будут добавлять плюс одно действие. Мы будем находиться в какой-то точке, и нам каждые пару секунд, как я уже сказал, будут добавляться новые действия. И нам нужно их будет одновременно все выполнять. Но главное, когда нам будут добавляться новые какие-то упражнения, можно их так называть, то главное не забывать о предыдущих, потому что если мы забудем, то мы проиграем. А в чем суть этой карты? Нам нужно прожить как можно дольше. Вы тут можете соревноваться с вашими друзьями. Поэтому, ребята, ссылочка на карту уже есть в описании. Я всегда для вас выкладываю. Заходите, скачивайте и соревнуйтесь с вашими друзьями. Или просто можете со мной посоревноваться, потому что я попытаюсь добиться хотя бы, ну, 2000 очков при прохождении этой карты. Посмотрю, смогу ли я вообще это сделать. Если я добьюсь, то, ребята, скачивайте эту карту и также соревнуйтесь со мной. И напишите в комментарии, сколько очков вы достигли. И сразу же, ребята, бежите в комментарии, пишите, потому что мне интересно, кто же меня победил. Ну, давайте меньше слов, больше дела, я сразу вам покажу, в чем суть этой карты. Ну, и дальше. Испытание начинается. Кто выживет дольше? Все. Эта фраза о всем говорит. И как видите, ребята, у меня уже... у меня уже пошел счетчик, у меня уже 200 очков сейчас будет, то есть умирать не рекомендуется. Так, что нам сейчас нужно? Это первое испытание, ребята. Кидайте алмазы, как только ты их получишь, потому что если мы не будем выполнять это испытание, то мы умрем. Нам нужно выкинуть алмазы. Так, первое испытание уже началось, нам не нужно о нем забывать, потому что если мы забудем, то мы, вот, нам нужно выкидывать, потому что если дойдет до стака, то мы умрем. Вот, ребята, 400, ага, то есть... Шифтовать, чтобы... выкидываем и сразу. То есть, ребята, смотрите наш бар XP. Если он дойдет до нуля, то мы умрем. А чтобы его пополнить, нам нужно стоять на шифте. Вот это нужно запомнить. И алмазы выкидывать, и уже стоять на шифте, чтобы не умереть. Это нужно, ребята, запоминать. Вот выкидываем алмазики. Так. Ага. То есть... Вырубай паутины, чтобы в нее не застрять. Чтобы в ней не застрять. А, сейчас, я не то выкинул, ребята, я не то выкинул. Я ножницы выкинул. Ой, это ж... Так, я чуть не умер, потому что я... Я забыл шифтовать, ребята. Так, так, тихонько. Не паникуем. Так, что нам нужно? Увернуться от... От кого нам увернуться? От падающих наковальни. Так, ладно. Так, у нас уже много новых заданий, и нам нужно всех их запоминать. То есть, если мы будем выполнять какой-то... О, падают наковальни, Так, knock the gas fireball away. То есть... Ой, наковальня, чё, мне башку не... Так, сейчас. Ух, стукнул. Замечательно, алмазы. Чуть не умер. Офигеть, сколько много всего происходит, я даже не успеваю что-то делать. Что мне нужно? Сейчас, главное не забывать шифтовать, потому что если я буду... Это алмазы! Если я буду забывать шифтовать, то я смогу умереть. Так, что мне нужно? Сейчас. Нужно, чтобы нас вот это лимит мира не словил, потому что если он к нам дотракнется, то мы умрем. Так, shift, следим, ребята, за XP-баром, потому что если что-то, то я умру. Сейчас, что нам нужно? Я не успеваю все делать, Так, мне нужно спрятаться от этого чурка, потому что если он будет нас засасывать своими молниями или что это такое, то мы просто-напросто... Сейчас, видит. Так, стоим. Выкидываем алмазы. Ох, мой файбор! Я стукнул его. Так, что нам нужно? Твою мать, наковальня напугала. Так, что нам нужно? Сейчас, ребята, я не успеваю все делать. Ага. Перерыв. Да. Ух, небольшая пауза. Что нам нужно? Сейчас нам нужно выполнять задание этого визарда. То есть он нам дает какую-то задачу, и нам нужно ее разгадать. То есть благослови ее
So maybe live in the city. То есть нужно его благословить, чтобы он смог жить под водой. И нам нужно найти... Нам нужно найти нужное заклинание. Blessing of the Sea. А, то есть мне кажется то, что... Да, вот это. И он сможет жить под водой. Да, да, правильно, 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 правильно. Ух, твою мать! Знаете, из-за чего я умер? Я забыл стоять на шифте. Ну все же, ребята, у меня рекорд 2158. Ну, вряд ли есть смысл писать чат, потому что все быстро там передвигается. Но все же, ребята, запоминайте. 2150, если вот так округлить. Кто сможет меня побить? Я сейчас еще раз попробую разочек-два поиграть. И посмотрим, будут ли другие задания. А может, в этой карте куча других заданий, и они никогда не повторяются. Сейчас, ребята, мы посмотрим. Так. Там у нас тортик, значит, победитель борется за тортик. Кто выживет самую, ну, надлиннее, тот и заберет домой тортик. Ну что, ребята, наша цель — это 2158 очков. Кто сможет меня побить? А ну давайте качайте карту. Так, и опять нужно выкинуть алмазы. Ну вот это уже повторяется, вот это повторилось, но может будет что-то другое. Алмазы сразу выкидываем. Так, так, ребята, до 2000... Протянем, я не знаю, ребята, я не знаю. Алмазы, идите вон. Первый раз люди выкидывают стаки алмазов из инвентаря, потому что они тебя могут убить. Что нам нужно? Ну, нужно убить Блейза до того, как он дойдет до центра, потому что если он дойдет, то... Потому что если он дойдет, то он это все взорвет, и нам хана. Так, Блейз, слушай! Так, опять нужно шифтовать и главное не забывать, потому что если вот эти 200 уровней мы потеряем, то мы умрем, как я умер в предыдущем уровне, да? Так, нужно следить за вот этим Блейзом, потому что если он сюда дойдет, то он это все уничтожит, и нам просто-напросто будет жопа, да. Это я правильно охарактеризовал. Так, прыгни, когда ты услышишь чешуницу рядом с собой. То есть, да, я прыгнул, и она умерла, то есть она в какой-то степени невидимая, и нам нужно прыгнуть, и если она будет к нам подвигаться, подбираться, вот, потому что если мы это не сделаем, то, скорее всего, она нас убьет. Нужно следить за вот этим газом. Что нам нужно? Я так и не понял, что нам нужно. Прыгаем! Я не понял, что нам нужно. Кого-то там ударить вот этим кирпичом. А что? Я опять забыл на shift нажать. Так, первый раз у нас было 2100, сейчас у нас 1300. Немного похуже, но будем пытаться, ребята, продвигаться дальше. Я приду за тобой, тортик, ребята, я с вами, со всеми поделюсь этим тортиком, если я его сейчас заберу. Ребята, первые 100 очков. Так, замечательно. Будем стараться, чтобы побить наш первый рекорд. Это 2000 очков. Ребята, давайте. Ну, опять, вот это я ненавижу. Шифтовать, чтобы не умирать. Потому что я два раза умер из-за этого, то, что я забыл шифтовать. Ребята, нужно просто зажать на шифт и больше его никогда не отпускать. Потому что я уже реально два раза из-за этого умер. То, что я забыл шифтовать и потерял весь свой уровень и умер. Так, следим, что нам сейчас даст. Ага. Опять вот это нужно избегать вот этих паутин и просто-напросто их вот так резать, чтобы в них не застрять. Потому что чем больше мы их вырежем, тем меньше вероятность, что мы там застрянем, когда будет происходить какое-то другое действие, да? Давайте 600 очков, еще 1400 или 1400, там 500, потому что... Так, опять нужно кастовать нужное заклинание, потому что наш маг злой. Так, дать ему заклинание... My blows more powerful. Ага, то есть дать ему заклинание, которое сделает его намного сильнее, которое даст ему больше силы. Ребята, ищем правильное заклинание. Какое? Я даже не знаю. Ну сейчас что-то найдем. Нет, больше силы. Что ему даст больше силы? Moon. Нет, Rain. Нет. Я даже не знаю. Give me spell to make my blows more powerful. Ага, чтобы сделать его взрывы. Чтобы сделать его взрывы сильнее. Какие-то взрывы. А какие злые? Mighty Sworting Head. Нет. Сейчас, ребята, сейчас мы найдем то, что ему нужно. Шил, нет. Не щит. Нет, не океан. Нет, не благословение. Нет, не... Мне кажется...
ни солнце, ни луна и не дождь. Наверное, вот это второе, мне так кажется. Да! Угадал, угадал. Так, опять вот это, опять вот это. И главное не забывать шартовать, потому что я опять забыл шартовать и чуть сейчас не умер. 800, ребята, двигаемся дальше. Хотя бы нужно побить вот это, 1300, которое мы сейчас набрали. Так, замечательно. Опять вот эта хрень, нужно прыгать, когда мы будем слышать. Когда мы будем слышать продвигать. О, чешуйница! Убили. 1000. Ребята, мы превзошли уже лимит в 1000 очков. Замечательно. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Столько всего происходит, то, что у меня прям крыша едет. Потому что я застрял в паутине, мне нужно было прыгнуть, потому что я слышал чешуйницу. Так. Следующее заклинание. Благословить его с каким-то Феликс, Фиджел и Good Luck. А, это я знаю, вот. Да, правильно. Ой, нам даже приз, ребята, дали. Нам даже приз дали. Яблочко. Что нам нужно? Что за хрень? Что за хрень? А, понял, понял. Вот это нам щитом нужно заблокировать стрелы, которые у нас летят. Я понял, когда они летят, когда вот это... Прыгаем, прыгаем, твою мать, прыгаем. Вот так. Уп. Скрафтить факел до того, как... до того, как тьма к тебе придет. Я скрафтил, твою мать. Что мне нужно? Твою... я забыл про визарда. Он мне задал какой-то... Что он мне сказал? Ритуал, который... А, ну... Столько... Ребята, проверьте себя. Если вы сможете дожить до 3000 очков, я вам могу обещать то, что где-то в далеком прошлом Цезарь был вам родственником. Потому что это нереально выполнять много действий одновременно. Вам нужно стоять на шивке, блокировать стрелы, угадывать задания от мага, также прыгать, когда чешуйница к вам приближается, одновременно резать паутину, чтобы не застрять, чтобы вы могли прыгать, когда к вам... приближается чешуйница. Еще даже иногда и успеть выкидывать алмазы, убивать Блейза, чтобы не взорвал центр и многое другое. Охренеть, ребята. Это уже четвертая попытка. Это затягивает вот эта карта. И сейчас будем пытаться дойти, ну, хотя бы опять до 2000. Если я дойду, то я смогу просто-напросто спокойно закончить это видео, потому что я буду знать то, что я достиг еще одного такого уровня, а точнее достиг 2000 очков. Я смогу закончить вот это испытание опять. Так, опять вот это визор, самое первое испытание, это круто. Что ему нужно дать? А, то есть вот то, что его сделает, ну, намного сильнее, это я уже помню. Замечательно, 300, да. Твою мать, иди, я могу его убить! Взрослый, не давай нам больше задания. Мы за тебя умерли. Да, не могу. Так, опять нужно скрафтить факел до того, как наступит тьма. Вот. Скрафтили, замечательно. 500, ребята, 500! Прям 500! Сейчас, так, опять, что мне нужно? А вот, это я уже помню. 3, 4, замечательно. Я уже вот этого визера знаю. А, то есть, уворачивается от падающих наковальней. Ладно, будем пытаться. Ай. Опять тьма приближается. Опа. Так, главное, чтобы наковальня нас реально не убила. Замечательно, что нам дальше еще нужно? Пока что я ничего такого сложного не вижу, ну, в данный момент. Опять вот это нужно шифтовать. Это немного... Так, что ему нужно? Опять вот это. Замечательно, 3. У нас уже 2 яблочка, ребята. Он нам подарочки выдает. 1000 очков. Так, да, я это понял, потому что тьма... What the... Я опять забыл шифтовать. Это самое простое задание, которое существует в мире, но я забываю шифтовать. Дайте мне скотч, я просто заклею шифт и никогда его не буду отпускать. Это самое простое задание, которое только существует, но я забываю шифтовать. Это, ребята, очень затуманивает твое подсознание, потому что много действий очень сложно выполнять в один и тот же момент. Ребята, я вам сказал, если вы дойдете до 3000, вы прям реально... Ваш Цезарь, точнее, был реально вашим предком, потому что это очень сложно. Если я дойду до 3000, это будет нереально круто. Прыгать, когда чешуйница будет вам приближаться. Чешуйница, иди... Опа! Замечательно.
300, сейчас будет 300 очков. Кажется, что очки очень быстро идут, да, вот 320, 330, 340, 350, 360, но когда ты это все выполняешь, то это как-то кажется, что медленно, медленно, и хоть там уже полчаса сидишь, но что мне нужно? А, ни хр... What the fuck? Да где конченая рыба? Куда я ее нахрен кинул? Что за хрень? Нам... Твою мать. А, Кокоа, энгейт рану баф. Грозы мозг Кокоа. Вы... What the fuck? Да твою... Да, да прыгай! Так, сейчас. Охренеть, я вообще не представляю. Рыбу! Рыбу, мать твою! Где рыба? Рыба, рыба, рыба! Ммм! Ммм! Прыгай! Да я не могу тут... Так, ладно. Я не могу себе... Так, рыба, дай мне... Дай мне рыбу, твою... Да ты нахрен. Так, мисс... Я это слышал, я где-то это видел, вот оно. Рыба, я сейчас умру от того, что... Я сейчас умру от того, что у меня просто голод. Я не могу словить эту конченую рыбу, которая летает где-то в невесомости. Так, вырастить. Я уже умираю. Я уже... Так, замечательно, какой-то мне эффект дали, потому что чем больше я вот этих какао-бобов выращу, тем лучше мне эффект дадут. Так, куда... Сейчас. Опа! Да прыгай! Замечательно. Где нахрен эта рыба? Так, опять какой-то. Good luck. Вот это. Замечательно. Да, ну хотя бы яблочко смог скушать. Рыбу, твою мать, рыбу! Дай! Вот. Опять. Тут-то будь, а будь, а так, где, что, куда мне нужно? О, так. Кого мне нужно? Кого мне нужно? Что мне нужно? Так, замечательно. А, опять вот это сниковать нужно. Сниковать нужно! Так, так, опять, сейчас. Нужно ритуал, которое дыхание под водой, что-то Water First, ритуал for the water, вот что-то вода, что-то вода. Heaven's Water, вот это, замечательно. А... Дождь пошел. А! Вот. Да, мать твою, конченая. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Ху. Shift. Shift. Я какой-то псих уже, ребята. Мне этот shift, я почти дошел до 2000. Почти до 2000. Ах ты ж ёшкина контора. Ладно, последний раз. Эта карта меня прикалывает. Я, может, еще, ребята, запишу одну серию, если вам эта карта понравилась. Потому что это сумасшествие. Это какое-то сумасшествие. Нахрен сумасшедший дом. Вот я реально, не играйте долго в эту карту, потому что это с ума может сойти. Так, ладно. Последняя попыточка. Я надеюсь, что я хочу хотя бы что-то смогу вытащить. Что мне нужно? Опять нужно словить конченую рыбу, как меня вот это бесит. Это тяжело нахрен? Это... Попади ты нахрен в эту курицу, твою мать! Это тяжело попасть, я даже не могу попасть. Опа! Твою мать. Что мне нужно? Ух ты! То есть... О, новое какое-то испытание! Не дать сноумену тебя заморозить. Чтобы его столкнуть, нужно использовать... Нужно использовать... Да почему я нахрен в эту рыбу не могу попасть конченую? Вот. Да почему я нахрен... Вот. Сюда, сюда, твою мать! Сюда, твою мать! Вот. Опять. Так, сейчас. Что мне нужно? Что мне нужно? Куда мне нужно? Твою... Так, иди сюда. На тебя, зараза! 800, кто меня заморозил? Что мне... рыба, 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 рыба! Ты на паскуда. Иди сюда. Это сложно! Не, зараза, какого бобы! Какой-то мне опять... Так, тьма приближается. Тьма. Так, где... Твою мать, ты тут. А, рыба, рыба, рыба! Мне нужна рыба! Так, вот она. Что мне нужно? Что за... Молоко! Молоко! Что за... Я вообще не понимаю, что тут происходит. Тьма! Молоко! Рыб! What the... Это было самое хардкорное испытание. Летающие коровы, рыбы, какао-бобы. Еще снеговик нахрен тебя стреляет. Еще тьма приближается. Паскуды.
Ладно, ребята, знаете что, давайте мы на этом будем заканчивать, потому что если я еще хотя бы сделаю 1-2 раунда, то я просто сойду с ума. Все, ребята, давайте на этом реально будем заканчивать. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия, потому что это реально сумасшедшая серия, сумасшедшая карта. Я могу даже еще сделать несколько серий, потому что там может быть еще много различных комбинаций вот этих испытаний. Также может быть еще много других испытаний, которые мы еще с вами не открыли. Поэтому, ребята, я даю вам свое слово. 2500 лайков, в ту же секунду выходит следующая серия без модов, прохождение карт или что-то другое, ребята. Все, что вам нужно, это просто поставить лайк, не поленитесь. Если мы дружно наберем 2500 лайков за пару часов, значит через пару часов выйдет новая серия. Наушники упали, ставим на стол, чтобы не сломались, это уже один раз сломались. Поэтому, ребята, 2500 лайков, сразу выходит новая серия, не забываем об этом. Также я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Ребята, потратите на меня всего лишь 2 секунды на лайк и на подписку, за это я вам скажу большое спасибо. И также выпущу новое видео как можно быстрее, и просто-напросто я буду очень сильно этому рад. Также всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, вы реальные молодцы, и я приглашаю вас на просмотр моих новых видео, которые выходят каждый день. Всегда приходите, я всегда буду рад вас видеть на просмотре очередного видео. Также, ребята, скачивайте карту, ссылочка в описании. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.